Серьезные изменения. Серьезные изменения могут быть при серьезной смене, так скажем, правящей верхушки. У нас, по большому счету, однопартийная система, поэтому навряд ли это произойдет. Владимирович Путин, слава богу, здоров, крепок, все нормально, ничего не предвещает серьезных перемен, хотя, может быть, это было бы хорошо бы, это стряхнуло бы страну. Но пока Путин у власти, пока у власти та элита, которая сейчас есть, серьезных изменений в политике не будет. Опять-таки, есть только исключительно один момент. Если внешняя сторона, другие страны, Америка, там, коалиция, НАТО, как угодно, не предпримут очень серьезных действий в отношении нас, тогда возможны серьезные кардинальные изменения либо в одну, либо в другую сторону. Во всех остальных случаях мы так и будем бодаться, как и бодали сейчас, на мой взгляд, субъективный.